С вами шеф Майер, и вы на канале «Просто о мультиварке». Сегодня мы будем готовить шарлотку со сливами. Лайки и репосты приветствуются. Наверное, только крэмбл может быть более простой выпечкой, чем шарлотка. Шарлотка – это очень просто, это простые ингредиенты, очень простой рецепт, раз, два, три – и наше тесто будет готово, заливаем в мультиварку, нажимаем кнопку, и все, выпечка на столе. Сегодня мы будем готовить со сливами, очень такая интересненькая, вкусненькая будет шарлотка. Итак, впереди нас ждут продукты, потом изготовление теста, готовка, а в конце видео калорийность, белки, жиры и углеводы. И не забывайте, если ваша мультиварка несколько мощнее моей, желательно уменьшить время приготовления. Продукты для приготовления нам потребуются 170 грамм муки, 4 яйца первой категории, 200 грамм сахара, 250 грамм сливок, без косточек, конечно, 2 грамма ванилина, 10 грамм разрыхлитель теста и маслица 5 где-то грамм на смазывание дна чаши. По продуктам у нас все, впереди подготовка. Подготовка самая минимальная. Сливы промыть и разрезать пополам, достать косточки. Мы переходим к изготовлению теста. Приступим к изготовлению теста. Ну, пока основы. Первым шагом станет смешивание яиц, сахара и ванилина. 2 минутки работы миксером, и у нас вот получается такая основа для будущего теста. Теперь туда вмешиваем муку и разрыхлитель, но уже ложечкой только. Дно чаши мы смазали маслом, тесто готово, переходим к самой готовке. Выливаем в чашу примерно 80% теста и потом выкладываем сливы, ну, в виде лодочек, чтобы они как будто плыли в этом тесте. И далее сверху заливаем остатками теста, ну, стараемся максимально, возможно, равномерно в нашей ситуации. Все равно сливы, ну, тесто их поглотит. На режиме выпечка 1 час. Все аккуратненько заливаем. Никуда оно, ничего у нас не денется. Час прошел, и отправляем нашу шарлотку на свободу. Берем тарелку, подходящую по диаметру. Минут 10 дали уже остыть. И достаем вот эту ароматную красоту. Все-таки слива чуть-чуть утонула, но чуть-чуть не считается. Простой рецепт, простые ингредиенты. Готовится, можно сказать, на раз, два, три. И при этом мы получаем шикарную, ароматную и вкусную выпечку. А значит, приятного аппетита!